сольются в двойную звезду. В ночь с 30 июня на 1 июля планеты Юпитер и Венера сблизятся на рекордно малое расстояние. Это явление можно будет наблюдать в течение недели, в том числе и днем при безоблачной погоде. Специалисты говорят, что схождение планет не редкость. Уникальность в том, что Юпитер и Венера будут настолько близко друг от друга, что приобретут равные размеры. Увидеть двойную звезду можно будет даже в непрофессиональный телескоп. В следующий раз слияние планет произойдет в августе 2016 года.